каждый руководитель, кто организует такой досуг, обязан за 10 дней зарегистрировать данный лагерь или любой туристический слет, любое мероприятие, где будут определены и перечень мероприятий, которые будут соблюдены по обеспечению безопасности, будут назначены ответственные лица, а в первую очередь будет прозрачность и ясность, где находятся дети, на каком виде транспорта они будут передвигаться.